Йоу, ребята, всем добро пожаловать у микрофона, как всегда Рамзес, возвращаемся в КС-очку и сегодня продолжаем играть на замечательном зомби-сервачке под названием Чума в Казахстане. Все ссылочки на него будут, как всегда, в описании. Сегодня вышли новые нововведения, так сказать, по многочисленным просьбам решил вернуться, поиграть здесь, поэтому усаживайтесь поудобнее, желаю всем приятного просмотра, кто кушает, приятного аппетита. Ну а мы, в принципе, начинаем. Первое, на что стоит обратить внимание, то есть сервачок более-менее сбалансировался. То есть здесь сейчас доступно 2 прыжка в воздухе, раньше было 4. В принципе, за зомби-класса нового Energy Ball добавили новый шар, который на правую кнопку мыши выпускает жало, то есть тоже его посмотрим. Также на покупку брони и на покупку бешеного зомби у зомби, получается, сделан лимит в 5 раз. То есть вы можете сейчас, раньше был бесконечен, вот в прошлой серии можете посмотреть, я за выжившего играл, там прям не мог играть, все бешеного зомби брали. Сейчас сделали лимит 5 раз, поэтому будет намного интереснее играть и выживать. Поэтому сегодня все посмотрим, поиграем. Также вот бесконечные патроны в магазинчике есть, без перезарядки можно стрелять, поэтому все круто и классно. Также цены на привилегии чутка изменились, можете зайти на сайт посмотреть. Поэтому как-то так. То есть способности випки можете посмотреть вот здесь, пацаны, что дает випочка. А с ценами ознакомиться на сайте или же через главного админа. Ссылочку, все ссылочки, точнее, оставлю в описании. Вот, также давайте, что еще мы возьмем. Классы зомби мы взяли. Через вип-меню давайте броню возьмем. Жизни. И поиграем, золотой калашик возьмем давайте. И джетпак. Джетпак выглядит вот таким вот образом. Давайте сразу же делаем килл. Практически так. Золотого калашика немножко тоже постреляемся. Вот так вот. И в принципе дальше, я думаю, можем другие пушки побрать, повыживать, да? Так, я последний человек остался. Видосик снимаю ранним утром. Ребят, выйдет для вас, в принципе, ближе к обеду, к вечеру. Поэтому как-то так, заходите, будем вечерком с вами играть. Вот, кстати, шар вот этот вот, он заряжает, видите? Я по таймингам, вот, видите, вот такой вот шар можно сейчас выбрасывать. Тоже очень-очень классно. Но я по таймингам свалил, короче, от зомбака. Найсово получилось. Так, окейушки, окейушки, окейушки. Давайте, давайте так вот будем стрелять. Стрелять, стрелять. Что еще мы можем взять-то? Суперснайперку. Кстати, пацаны, суперснайперка здесь с такими вот эффектами замечательными. Очень красиво смотрится. Я только вот не знаю, сколько она хпшек сносит. Вот, плюс 10 паков получили. Отлично, здесь еще такие доллары валяются. Вот, видите, меня шарами начинают бросать. У нас есть джетпак, на котором мы благополучно можем залететь вот так вот на текстурку. И на текстурочке уже сидеть и нормально-таки выживать. Кстати, найс тайминги получаются. Вот, сейчас он меня тоже шаром будет бросать. Давайте, опа. В следующем раунде покажу вам зомбака. За выжившего поиграем, то есть, и, в принципе, за зомби, то есть покажу вам нововведения все. То есть сервачок, ну, старается быть таким вот балансным очень-очень. Поэтому, думаю, вот для ценителей баланса этот сервачок будет прям на ура. Всем-всем понравится. Поэтому реально заходите, добавляйте сервачок в избранное. Будем вместе с вами здесь играть. Потому что если вы захотите продолжение, то будем здесь постоянно тоже играть и снимать. Вот, давайте этого сейчас завалим паренька. Ух ты, бросаются все, все, на этот раз ничья. Окей, давайте сейчас с дьяволом, наверное, себе сделаем М9 или героем. Давайте дьяволом. Давайте пока что дьяволом, потом уже выжившим и потом зомбаком. Короче, все приколюхи сервачка посмотрим, вот. Так, этого завалили, этот паренек бэхопит, нифига себе. Я думал, он запрыгнул туда. Так, братишка, ну стой ты, стой ты, стой ты. Блин, и хочется грабом взять, да, и не получается. Вот я бы грабом на самом деле взял его. Так, окей, давайте тогда того вот завалим паренька. И будем с вот этим вот одним выживать. Угу, не получилось, не фартануло. Так, так, ну давай, 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 давай. Не, не получается, пацаны, вот бэхоп в теме. Кто умеет банихопить, напишите об этом в комментариях. И, кстати, кстати, у меня сейчас второй стаж будет уже, вот прокачка, да, второй уровень. Это будет зачетно довольно-таки. И круто, так, давай. Ну, ну ты хоть не банихоп, братан.
Ты, пожалуйста, хотя бы не банихоп. Так, все, это вы завалили. Все. Фу, давайте, последний остался, последний. Что нам с ним делать? Давайте я предлагаю закрыть как минимум вот эту вот полочку, да, чтобы он туда не забирался. Вот, видите? Фартануло нам, фартануло. Давай, ну! И что ж ты будешь делать, братан? Я черканул, изи, все, получилось. Нормально, нормально, нормально. Красава, паренек. Так, и давайте героем себе сделаем. Посмотрим, что герой себя представляет. Дается 4500 хп, и сейчас зомбаки могут покупать бешенство только 5 раз за раунд. Это тоже довольно-таки огромнейший плюс, потому что баланс прям будет на ура. Так, сколько хп-то у него, почему я не могу его завалить? Вот интересно посмотреть, урон у минигана какой. Так, ну пускай нас чиркают, типа нам не особо это сыграет какой-то роли, у нас очень много хп. Поэтому можем вот так вот спокойно выживать. Так, вот первый бешеного зомби купил. Два прыжка. Так, а где пареньки? Вот, два паренька осталось. Окей, давайте вот этого сейчас завалим по-быстрому. Быстренько, быстренько завалили. Давайте, опа, завалили, супер. И вот этого остается. Все, здесь тоже классно, что зомбаки не возрождаются. Так, и куда он пропал? И куда он пропал, я надеюсь... Не сюда он зашел? А, вот. А как он... А, он туда наверх зашел. Все. Я понял. Я думал, он сейчас в эту воду. Кстати, пацаны, напишите, с этой воды можно как-то выбираться или нет? Вот мне прям интересно. Напишите об этом в комментариях. Так, и куда ты, братишка? Куда ты, куда ты? Где-то здесь должен быть. Вот, пацаны. Вот он здесь. Так, окей, окей, окей. И бешеного зомби. Сейчас у него бешеный зомби закончится. И, в принципе... Все, мы сможем спокойно играть. Так вот, сейчас он зашел куда-то вот сюда, вот здесь он. Отлично. Хорошо, что я знаю вот эти все нычки и могу нормально выживать. И это радует. Так, а я вроде закрывал вот эту вот туннельку, нет? Блин, ну сложновато, сложновато нам попасть. Но один на один остались, типа у него, у зомбака сейчас нету шансов по факту. Поэтому мы сейчас спокойно сможем его завалить. И, кстати, пацаны, я забыл сказать, что вот у ножа здесь намного больше урон, чем у минигана. То есть, блин, вот как нам сейчас его достать, я без понятия. Давай... Вот, видите, пацаны, с одной тычки просто плюс 63 паков и с одной тычки взяли с ножа и завалили. Очень классно. Так, сейчас сделаем себя зомбаком, в принципе, вот, выбрасываем гранатки, не нужно, закупаем гранаты вируса на всякий случай, бешеный зомби, и так, и лазерные мины, кстати, можем поставить тоже. Вот, одну здесь ставим, вторую здесь, все, пускай вот такое минное поле будет. Сколько у нас хп нужно следить? 16 тысяч. Окей, на правую кнопку мыши зажимаем, и у нас вот такая вот... О, вот такой шарик, который стопит игроков, и игроки не могут двигаться. То есть вот так. И сейчас можем спокойно заразить взять. Вот так вот, по красоте тоже. Так, инфекционочку бросаем сразу же. Опа, и еще одну нужно вот. Вот этот паренек, конечно, быстрый. Я вот без понятия, как его... Вот видите, прям тайминги лютые ловит, бухопит. А здесь можно спокойно банихопить на сервачке. Прям вообще на ура. Поэтому как-то так, друзья. Так, окей, нам нужно как-то его заразить, или чтобы он попался на наши... и вот эти вот лазерные мины. Будет, конечно, круто, если он попадется. Но пока что нет такой возможности. Так, и окей, и как нам его сейчас... Давай, давай, ну... Изи. То есть пока что выживаем нормально. У меня уже стаж 2, второй левел качнул. Это очень круто. Так, давайте, наверное, тогда чуму. А почему чуму? Недоступная команда. А еще, скорее всего, в разработке. Ну, давайте массовое заражение тогда пустим. Опять мы зомби, гранату, вирус покупаем. Вот этого паренька заражаем. Нет, конечно, нет. Так, опа, и второго. Опа, и берем антидот. Так, и все, и залетаем М25. Два прыжка вот так. И нет отдачи покупаем. И давайте с какой-нибудь пушкой.
А, подождите, у нас в VIP-меню лазерная пушка есть, и золотой калаш уже доступен. Давайте лазерную пушку возьмем. Вот с ней давненько не играли, и она мощная. Вот без задачи, без разброса, с бесконечными патронами, прям очень-очень мощная. Вот всем советую с ней поиграть. Вот жало, видите, прилетело, и пушка у нас выпадает. Вот. В общем, вот такие вот нововведения на сервачке, друзья, были. Поэтому, если у вас будет желание, обязательно заходите, играйте, конечно же, кто хочет, покупайте привилегии. Все ссылочки на сервачок будут, как всегда, в описании. Сервачок очень классный, очень интересный, самое главное, балансированный. Поэтому вот, даже вот сюда мы не запрыгнем, потому что вот баланс добавлен такой, только на джетпак, если залетим. Вот, друзья, ну на этой чудесной ноте буду с вами прощаться. Если хотите продолжение по данному сервачку, обязательно влепите лайкосик. Напишите об этом в комментариях. Вот. Ну, с вами был РМЗС. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, друзья. Всем пока. Пока-пока.